Изящные копытца, блестящие рожки, экстравагантные костюмы и настоящее соперничество. В литовском городке Рамигала прошел конкурс красоты среди коз. В нем участвовали 6 животных, как самочек, так и самцов. Перед началом шоу они торжественно прошли по главным улицам. Парад сопровождался оркестром и театрализованным шоу, рассказывает организатор. Сегодня мы уже в 7-й раз проводим конкурс красоты среди коз. Мы выберем козочку с самой красивой шерсткой и наградим ее короной. Не хуже, чем у меня. Главной частью праздника стало дефиле. Посмотреть его собрались около 500 человек. Парнокопытным участникам предстояло запрыгнуть на возвышенность и пройти по красной дорожке. Жюри, состоящее из фермера, депутата и директора местной школы, оценивало походку красавиц, их внешние данные и оригинальность костюмов. В итоге победа досталась козочке по имени Теммит. Ей чуть больше года, но она уже 6 раз участвовала в подобных соревнованиях. Правда, все предыдущие попытки завоевать титул самой красивой козы в округе заканчивались неудачей, рассказывает хозяин победительницы. Вот такая прошлая. Как мы готовились? Да просто растили ее. Мы, правда, забыли отполировать ноготки, вспомнили об этом только в последнюю минуту, но было уже поздно. Победителей наградили пирогами, горшочками меда, книгами и купонами на стрижку животных, дабы Теммит могла поддерживать титул первой красавицы среди коз.